ночью. Ага. Мне страшно. Ну, падлы. Тут даже видно следы, как кто-то ходил. Я вижу чью-то голову. Выгони, подлый трус! Артур, блин, щекотно, что ты делаешь? Как что, наше новое видео? Экстремальные прятки с вампиром, у которого тепловизор! Йоу, ребята, всем привет! С вами Dream Team House, и мы на канале Dream Team Show. Воу. И сегодня мы снимаем экстремальные прятки, прятки с тепловизором, воу, и еще к тому же с вампиром в роли Артура Калинкова. Собственно, вампиром буду я, а как вы знаете, вампиры ищут в темноте, и с этим мне поможет тепловизор. Так, ребятки, сейчас я вам покажу сам тепловизор. Вот так он выглядит. К телефону подключена камера, которая показывает, что тепловизор реально рабочий. Вот я машу вам привет, вы все видите. И сейчас вот с помощью этой штуки я буду искать ребят по всему дому. Ну что, ребяточки, все очень просто. Если Артуру, вампиру, удается найти нас за час, всех найти удается, то ему достается 100 тысяч рублей. Но если ему не удается найти хотя бы одного человека, то мы делим 100 тысяч пополам. Раз, два, три! Ну что, ребята, время пошло, у нас есть 10 минут, и мы побежали прятаться. Я не знаю, куда прятаться, Даша. Давай. Йоу, ребята, все, тусовка началась, я без понятия пока, где прятаться. Это же не представляю, где прятаться, ребята. Это слишком сложно. Я думаю, я холодный, потому что у меня не было тепла в детстве. У меня есть преимущество. Ну что, не самое лучшее место, конечно. Ну, хоть какое-то. Что спряталось? В шмотках. Сделала баррикаду. Надеюсь, не найдут походу на фоне. Конец связи. Я предлагаю спрятаться на втором этаже в сушилке. Смотрите, здесь есть прекрасный шкаф. Меня быстро найдет, потому что я в теплом костюме, понимаете? На мне сразу тепловизор сработает. Ёпта. Еще бы шкаф не сломать. Ой, где кто-то есть? Короче, эта комната всегда у нас холодная, так что... Это я, дебил! Ты опять ко мне пришел прятаться? Не. Нет, уходи. Уйду, не уйду. Даня! Даня! Можно в гараже найти что-то, если там не холодно. Сейчас посмотрим. Так, что это за коробочка? Супер пустая коробочка. Я бы туда залезла, ребята. Но нам нужно с вами кое-что сделать. Отключаюсь, потому что очень сильно светит фонариком. Мне страшно. Пойдем. Ну что, ребятки, полетели искать. Все, время пошло. Сидим здесь. Надеюсь, тепловизор меня не покажет. Ребят, на самом деле, где прятаться не так важно. Здесь больше думать нужно про температуру. Можно вообще стоять в холодильнике. Он будет видеть, что в тепловизоре холодно. Значит, там нет. Да. Капец, тут даже видно следы, как только кто-то ходил. Типа плитка теплая еще. Так, я не... Вау, а тут я так понял, все на обогреве. Ну ладно. Я думаю, что в комнате там, где я живу я, 100% туда был. Так, и здесь мы можем видеть батарею, шар. Короче, ребят, мы сидим с Аней в прачечной, в которой очень холодно. И она выключила камеру. Мне страшно. Ну, падлы. Так. Народ, Артур прошел мимо и не заметил меня. Он пнул подушку рядом со мной и ушел. Сейчас я их не буду. Мне кажется, в прачечной теперь есть. Ага! Выходи! Тепловизор тебя нашел! Давай, давай! Где тепловизор? Вот он!
Вот и досталась первая жертва. Мне придется у тебя отсосать немножко крови. Я обошла все комнаты этого мира. Вот, думаю, в прачечной холодно, тепловизор не должен найти. И по итогу он меня нашел. Ну, конечно, он просто меня издалека чувствует. Ладно, пойдем дальше. Всем привет, ребяточки. Я лежу в прачечной. Только что сюда зашел Артур. Чуть ли не наступил на меня. Короче, только что Артур нашел Аню, а я прям у него под ногами лежал, и он меня не нашел. А я еще хотела спрятаться в прачечной до этого. Я даже специально разбросала там вещи, чтобы пустить его по ложному следу. Так, первая жертва у нас уже образовалась. Мы идем дальше. Я буду с тобой ходить искать. Так, не мешай мне зарабатывать деньги, женщина. Попилим потом пополам. Да сейчас. Сидим с вами, короче. Так. Сложно, правда? О! Я вижу чью-то голову. Здорово! Выходи, подлый трус! Это пол тёплый. Меня нашли сразу. Ну, что делать? Груз. Короче, знаешь, что я думаю? Я думаю сейчас перепрятаться, потому что сидеть на одном месте — это скучно. Сейчас все покажу вам. Это так страшно было, это просто. Он заходит, я думал, ну все, меня нашли, потому что прошел такой, наступил на этот мешок, а на меня не наступил. Артур Лох! Пойдем. Я услышал его. Прошло 20 минут, я нашел всего лишь 2 человека, но на троих у меня осталось 40 минут, поэтому сейчас я найду Дуньку Милохина. Хочу, давайте мне 100 тысяч рублей, ребят, пожалуйста. Очень страшно. Нужно найти место. Я залезу сюда. А это сложнее, чем я думал, если честно, ребят. Давайте шкафчики приоткроем. О! А я у Дианочки тут заначку нашел, нормально. Пацаны, не вставляйте это в выпуск, я сейчас буду просто ходить пилить сюда. Она не будет знать, кто. Все, ладно, ищем дальше. Ой-ой-ой. Такая маленькая пипирочка светится. Маленькая-маленькая пипирочка светится. А, это не он. Что, ребятки, прошло полчаса, если честно, я сейчас вообще не понимаю, где кого искать. Я думал, это будет легче, но из-за того, что у нас пол везде теплый, оно перебивается, и сейчас сложновато кого-то найти. Но я не отчаиваюсь и иду искать дальше. Где ты запряталась, падла? Да, если бы у нас пол был не теплый, было бы вообще легко найти, мне кажется. В банке никого нет. Так, пойди немножко найдем. Падла, он где-то прячется. Ага! Ты где? А ну дай мне знак, еще раз я тебя найду. Ну привет, дядька. Охереть! Я видел маленький кусочек тебя, я не думал, что это непонятное, а это ты, гнида. Ты тут все время был? Да, но не все время. Ты пошел Аню, нашел? Знаешь, куда ты наступил? Ты чуть на меня не наступил. Я лежал под одеялом укрытый, все это. Ушли, я такой... Чего? Так, у нас сейчас осталось 25 минут и 2 человека. Фу, мне кажется, Юру будет найти сложно, если честно. Она мелкая, как запрячься, хер найдет. Так, ну что, мы продолжаем наши поиски. Блин, где могут быть еще интересные какие-то заначки? Вот тут все горячее, у нас очень жарко в комнате, все горячее, просто все. Какой-то кринжово, боже мой. Заходишь, а тут костюм висит. Так, ребятки, единственное место, где я еще не был, это гараж. Мне кажется, что он идет ко мне. Мне кажется, что я наша Ира могла залезть в какую-то коробочку и хер найдет. Ты что там делаешь, а? Я родился! Ой, мне
все затекло. Слушай, а это ты круто придумала. Это было очень сложно, очень сложно. Блин, пипец, у меня все затекло, мне даже, мне кажется, конечности, пальцы затекли, там было очень неудобно, ужасно и холодно. Что, ребятки, у меня осталось 10 минут, у меня осталась одна Ира, но кто внимательно смотрит все наши видосы на Dream Team Show, тот понимает, что Ира в прошлом выпуске пряток нормально так спряталась. Это мой видеодневник, муха улетела. А, нет, она не улетела, она у меня на ноги, она у меня на ноги. Что делать, я не понимаю. Судя по звукам, я осталась одна. Короче, давайте пройдемся опять по всем комнатам от начала до конца. Знаю, у меня вариантов больше нет. Сам точно не интересно. Нет. Я вообще не знаю, где это может быть. Может, какую-то тумбочку. Сложно, очень сложно, я не знаю. Я только себя в зеркале вижу, блин. Это ты покушать не дал. Что, ребятки, если честно, за все время, которое я здесь проходил, я не знаю, сколько километров находил, у меня очень болят ноги. И, наверное, я должен признаться, что я не выиграл эти 100 тысяч рублей, потому что за час я не смог найти всех. А осталась только Ира, и я не знаю, где она могла запрятаться. Ира, выходи! Я проиграл! Ты в эту комнату 4 раза зашел, пнул мешок, я была в комнате напротив прачечной, слышала, как ты достал Аню, потом Даню. Нельзя. Тупо Селс, невидимость. Тупо съел говна. Вначале вампир, вампир. Я всех нашел. Вижу в темноте, ничего он не видит в темноте. Потому что я орал. Ребят, как думаете, делать нам третью часть или нет? Если поставите 100 тысяч лайков, то мы сделаем третью часть более пряточную, да. Более экстремальную и... Лил, не в другой локации! И не дома, да. Короче, будет огромная другая локация и новенькие приборчики. И я вас искать не буду, иди в жопу. Чур я вампир в следующей части. Это не вампир. Ставьте лайки, подписывайтесь, ждите третью часть. Пока. Пока.